Котенко, говорит, спасибо большое, говорит, за твой труд, за твою, говорится, помощь, что ты к нам приезжаешь часто, очень часто. И, говорится, встречайся с нами. Теперь, ну, наш поселок веселый, говорит, вот он благодарен за твою доброту и щедрость. Говорит, а теперь привези нам мира, и все будет нормально. Дай Бог. Добрый день, друзья. Мы привезли помощь гуманитарную на поселок Веселый. Это Ясиноватский район, окраина Донецка. Здесь каждый день обстрелы. Ну и вот сейчас продолжаются. Значит, здесь живет 100 человек. Сейчас мы это все разгрузили, люди распакуют и потихоньку будут подходить и забирать, потому что я не хочу, чтобы все в одно место собрались одновременно во избежание всяких неприятностей. И хочу обратить внимание еще, что люди вот живут сейчас без света уже практически месяц, из-за обстрелов не могут выехать и подключить свет. Я надеюсь, что в ближайшие дни подключат, конечно. Очень большая просьба к соответствующим службам, чтобы не забывали про этих людей. Люди живут на генераторах, тут холодильники у людей подключены. В общем, у кого есть генератор, тут нормально себя чувствуют. У кого нет, ну, вот такие проблемы. Всем спасибо за помощь. Помощь приобретена благодаря подписчикам Андрея Лысенко. Всем огромное спасибо. Это продуктовые наборы сейчас люди пофасуют, привезли сейчас на поселок Веселый. Тут макароны, тушенка, рис, гречка, чай, масло. Поэтому я думаю, эта помощь будет хорошо сейчас. Хорошая помощь, потому что люди сидят дома, транспорт не ходит. Тут все перекрыто и обстрелы продолжаются каждый день. Спасибо большое Андрею Лысенко, его подписчикам за оказанную помощь.